забилась ливневка с крыши, и вот так течет вода, а высоко без лестницы не достать, да и в принципе лестницы, если нет у кого-то, что можно сделать, что можно предпринять, сейчас я вам покажу, пойдемте. Берете паяльник, полипропиленовую трубу любого диаметра, у меня вот такая вот была маленькая, и уголок фитинг, вот, спаиваете крючок, чтобы можно было им чистить, и все. Ну а теперь паяем. Вот он у нас уже прогрелся, разогрелся. Вот так вот мы вставляем. Мы сейчас воду не паяем, поэтому нам сейчас важно просто его вот так вот поставить и согнуть. Вот так чуть-чуть мы его сгинаем. Сгинаем зачем? Чтобы у вот этой части появился угол. Нам нужен вот так вот. Мы потом здесь нагреем и согнем саму трубу. Так, ну теперь переворачиваем трубу в другое место. Это у меня остались трубы после ремонта отопления. Брал с запасом. Ну, так вот получилось. Так, теперь вторую сторону мы точно так будем подгинать немножечко больше, чтобы у нас получился угол нужный нам. Вот так вот. Опять я ее вставляю. Нагреваю чуть больше нужного, потому что мы не паяем сейчас воду. Опа. И вот так я ее опять же под углом делаю. Вот видите, все спаялось. У нас получился небольшой уголок. Но сейчас я вот здесь вот нагреваю. Нагреваю ее вот таким вот образом трубу. Вот так вот паяльником прям беру. И разогреваю в этом месте. А лучше это делать строительным феном. Ну, так как строительный фен у меня в гараже, я это делаю вот так вот паяльником. Чтобы согнуть еще сильнее, чтобы чистилось получше. Можно на газу нагреть ее. Сейчас мы чем займемся? Пойдем на газ. Пойдемте. Ну, вот так вот мы ее нагреваем. Я ее кручу, чтобы она не расплавилась. Теперь смотрим, гнется. Еще не гнется. Также можно, в принципе, и спаять для этих нужд. Просто вот так вот нагреть хорошенечко и спаять. У кого есть газовый баллончик, можно газовым баллончиком все это дело спаять. О, видите, пошла гнуться. Все, вот так вот мы ее согнули и держим. Она зафиксировала свою форму. Вот видите, я держу. Я ее потом отпущу, она чуть-чуть отойдет в сторону. Пойдем в зал. Вот, смотрите, видите? Получился крючок. Теперь он не будет разгинаться, теперь он будет вот такой. Вот, можно, конечно, нагреть еще вот эту часть и сплюснуть ее, чтобы там было как бы лучше, ну, ковырять. Но я оставляю вот такую вот часть, прям кругленькую. Ну что, а теперь пойдем на полевые испытания. Ну вот мы и на улице, где у нас идет дождь, где у нас с крыши течет вода. Вот так. Блин, неудобно. И зонтик держать, и камеру. Все на свете. Вот так вот мы ее, видите, поднимаем. Вот так вот закладываем. Надо сделать чуть подлиннее. Ух ты! Вот так вот толкаем, толкаем, толкаем весь мусор. А мусора там предостаточно. Вот он, видите? Даже получается его оттуда выковыривать, этот мусор. Какие были ливни! А его не смыло. Ну, короче, вот так вот прогоняем до конца. В трубу, как всегда, у нас ничего не падает. Она у нас забивается вот этим вот мусором. Постоянно. Молодец. На, снимай.
переверну, чтобы все. Так, ну так как ты у нас в костюме. Что там, блядь? Вот, полетело. Сколько грязюки? Да. Так. Тоже так. Ой-ой-ой. Ой. Ну что, ребята, как вы только что могли сами увидеть, все чистится, даже получается выбрасывать оттуда мусор. Это быстро, просто и элементарно. Ну что, а вам всем пока, всем добра, всем удачи и легких вам ремонтов.